Хоккейная команда университета. Из всех вузов области такой похвастаться может лишь БРУ. Этой зимой ребята собрались и съездили на республиканскую универсиаду. До призовой тройки оказалось далеко. Однако вернулись студенты с горящими глазами и желанием заниматься игрой всерьез. Пыл подхватила и администрация Белорусско-Российского университета. Было принято решение создать на базе университета команду по хоккею с шайбой. Кто эти ребята? Чем они занимаются? Какие курсы? Расскажите. На данный момент 5 факультетов нашего университета. Машиностроительный, автомеханический, электротехнический, инженерно-экономический и строительный. Только нет представителей экономического факультета. А так со всех факультетов ребята есть. Ребята первокурсники, второкурсники и третьекурсники. Раз в неделю парни выходят на лед. Остальные дни тренировки на земле. Пока хватает. Мы нашли единомышленников, так скажем, ребят, которые хотят, которые горят глаза заниматься не только хоккеем, но вообще в целом видами спорта. И тут ребята решили себя попробовать в хоккее. Илья в БРУ изучает автоматизированные системы управления и информации. А еще играет за Могилев в экстралиге. Но там уже профессионально. Вузу, можно сказать, повезло, что у них учится такой студент. А остальные ребята просто на каком-то своем энтузиазме постарались где-то подучиться, вот, и вот так и получилось. Кстати, в вузе много лет назад, в середине 60-х, тоже была хоккейная команда. Да не просто была, призер первенства БССР. Сейчас в аналоге тем соревнованиям на республиканской универсиаде играет 8 команд, выделяются столичные. Сыграли с командами как БГУ неплохо. Конечно, были ребята посильнее, такие как БГУ ФК, но там, естественно, наверное, что они более выше классом, они занимаются, да, ребята все. Пока в хоккейной команде БРУ 1,5 десятка игроков. Администрация вуза купила им амуницию и всячески поддерживает. Тем более есть цель. На следующей универсиаде будем как минимум в тройке. Осталось хорошо подготовиться, не забыть при этом про учебу и зимой между сессиями попробовать подняться на республиканский пьедестал.